Это самый большой и современно оборудованный в республике спортивный комплекс. В разных спортивных секциях комплекса занимаются взрослые и около 3000 школьников. Здесь они проходят общеспортивную подготовку, а наиболее одаренные переводятся в группы спортивной подготовки и спортивного совершенствования. Питомцы спортивного комплекса активно участвуют во всех спортивных соревнованиях, проходящих в республике и за ее пределами. Недавно здесь открылся медицинский восстановительный центр. Спортсмены смогут быстро и эффективно готовиться к ответственным соревнованиям и восстанавливать свою спортивную форму. В центре имеются биохимическая лаборатория, кабинет функциональной диагностики, физиотерапевтический кабинет с аппаратом «Тонус» для массажа и сауной. Врачебный контроль позволит спортсменам еще выше поднять спортивные достижения.